Easter Stand. Просто чтобы рассмотреть все это получше, понять, что там вообще происходит. Смотрите, это стиль. У меня очки сверху и вторые очки, потому что я ничего не вижу без них. Ребята, всем привет! И сегодня в Adopt Me вышло обновление. По-моему, оно пасхальное или что-то типа того. Я даже ничего не знаю о нем. Просто меня мои подписчики в комментариях предупредили о том, что вышло обновление. И я вот сижу, снимаю видео. Конечно же, я сделаю на него обзор. Мне самому интересно посмотреть, что там. Ребята, а перед тем, как мы начнем обозревать обнову, обязательно подпишитесь на мой канал, если до сих пор не подписаны. Просто сейчас спускайтесь вниз, обязательно поставьте на паузу. Спуститесь вниз, нажмите на эту яркую красную кнопочку, если она до сих пор у вас не серая. Да, если вы все сделали, то тогда мы можем начинать. Смотрите, тут поменяли вот такую вот аватарочку, сделали тут теперь овечка. И неужели там добавили овечек? Боже, это будет так мило. Я очень надеюсь на то, что теперь там есть овечки. Ну это логично, они же... Поставили ее на обложку, вроде как должна быть. Не знаю, что там именно, но надеюсь, что там будет много приколямп. Я закуплюсь сегодня всем. Так, все, заходим в Adopt Me, ребята. Смотрите, у нас тут сбоку есть корзинка с яйцами. Давайте вот так перейдем, телепортируемся на Easter Stand. Пасхальный стенд, и что тут? Это как обнова с динозаврами, ребята, смотрите. Там на том же месте была эта штука. Это что такое, Эгберт? Давайте с ним поговорим. It's good to be back out here. Короче, он какую-то фигню несет, я вот с ним побазарила, пофиг, ребята, пофиг. Вау, смотрите, что это за чудо, господи, как, я хочу себе такую, ребята, что это за овечка такая милая? Ребята, как тут что купить? А, вот. Это что, мне еще 13 дней ждать, что ли? Смотри, тут написано. Мне стоит перейти, мне кажется, на VIP-сервер, потому что тут слишком много народу скопилось, и нифига не видно, так что я пойду на VIP-сервер и перейду пока что. Просто, чтобы рассмотреть все это получше, понять, что там вообще происходит. Смотрите, это стиль. У меня очки сверху и вторые очки, потому что я ничего не вижу без них. Оцениваем такой прикол с лайком. Это так тупо выглядит. Но мне нравится. А если сегодня даже я ничего не смогу купить? А что если они просто добавили стенд, а потом мне надо ждать еще 2 недели? Мы прошерстим весь Adopt Me. Я обязана сегодня что-то купить интересненькое. Не зря же я села снимать это видео, елки-палки. Так, все, я на VIP-сервере. Опа! Смотрите, я только сейчас заметила, что там появилась вот эта штука. 0 яиц у меня сейчас пасхальных. Наверное, это будет так же, как вот на Хэллоуин, на Новый год получается так. Вот, вот, смотрите, ребят, тут появились кнопочки, значит, я могу что-то купить. Тут только за яйца, что ли? Я даже не смогу купить яйца. Я нажимаю, и как раньше нет. А как? А что мне делать, чтобы их получить? Давайте сейчас сбегаем быстренько, знаете, куда? В пэт-шоп, вдруг там появилась овечка, потому что мне почему-то кажется, что овечка должна быть именно там, не знаю. Чую! Не, ребят, мне показалось. Чутье меня подвело, там павлин сидит. А что делать-то? Что с моей мартышкой, вы это видели? Я так медленно, ребят, бегу, так что я полечу лучше. У меня есть предположение, что, может быть, вот тут вот в маяке есть что-то, потому что он на обложке как бы был. Хоть где-нибудь что-нибудь будет сегодня? Так, тут до сих пор божьи коровки. То есть тут навечно теперь божьи коровки, серьезно? Ребят, слушайте, а что делать-то? Я просто понятия не имею, что там добавили, что мне делать. Куда мне идти, чтобы получить эти яйца? Ребят, я вот пролетела уже, по-моему, почти весь Adopt Me и ничего не нашла. Куда мне идти? Тут вот только вот эта корзина стоит, и все, больше ничего нет. А где мне яйца-то взять? Или я их не смогу даже взять? Ой, точнее... Так. О, вот! Спасибо, вот где нужно приобрести эту овечку. Все, приобретаем, стоит 250 рубаксов, ну, в принципе, кстати, нормальная цена. Так, ой, она такая нежная, господи. Сейчас мы сделаем ей раздель еще. Ребят, смотрите, а почему у моей овцы какие-то глаза, смотрите, маленькие, а у этой большие глаза? Это что такое? Почему вот овца, которая... Овечка, ладно. Овечка, которая как образец. И вот овечка, которую я купила. Ожидание, реальность просто. Я настоящая куколка Лол, королева пчел.
А я куколка Лол из Китая. Серьезно, что с ней не так? Может, она просто попить хочет? О! Глаза большими стали, ребят. Ой, а теперь полоски какие-то. А, это анимация, господи. Ой, теперь глаза как радуги. А, все, ребят, нормально, все, живем. Я подумала, почему у нее такие глаза странные. Так, все, я сел на овечку. Поскакали, поскакали, ребят. Ой, она такая няшная, я не могу. Посмотрите на нее. Ну просто за... У нее так ушки трясутся. Я не могу просто. Это что за няшность такая? Ребята, ну это просто прикол ДС какой-то. Посмотрите, как у нее ушки шевелятся, когда она прыгает. И хвостик. Это самый няшный пэт в Adopt Me. Какая красивая. А как мне, собственно говоря, купить вот эти вот штуки? То есть мне нужны яйца. Яйца я купить не могу за рубаксы. Видимо, все это мы можем... Ну, я полагаю только на это, что мы сможем это купить только через 2 недели, но это прям что-то too much долго, Adopt Me. Давайте пока что купим еще овечек, потому что я хотела бы именно этого питомца сделать неоновым. Она слишком милая, и плюс я даже предположить не могу, каким цветом она будет светиться. Может быть, розовым, персиковым или белым? Мне кажется, если бы она светилась беленьким, было бы очень мило. Так, сколько я уже купила овечек? Я не могу остановиться, они слишком няшные. Так... Сколько, чё, где? А, вот. Ой, 6 штук. Куда я так понапокупала, ребята? У меня теперь 7 овечек. Одна райд, которую я первую купила, еще 6 этих. А тогда я после этого видео пойду отдам своим девочкам, девочкам-помощницам, по выращиванию петов, дам овечек. В скором времени сделаем эту овечку неоновой. Я думала, что будет побольше всего на самом деле... Грустно, грустно, что только овечек пока что добавили. Ой, а что это за белка? Ладно. В общем, ребята, да, на этом видео заканчивается. Напишите в комментариях, хотели ли бы вы, чтобы я сделала видео, как я делаю неоновую овечку. Пишите в комментариях, как вам этот питомец, оценивайте его в комментариях от 1 до 10. Мне кажется, это просто сверх милота. И тут просто, ну, 1000 из 10. Очень милый питомец, реально. Ой, ребят, у меня овечка спать легла сама. Какая милая, господи, вы посмотрите на нее. Она легла поспать на дороге. Ой, проснулась. Я разбудила овечку. В общем, да, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если до сих пор не подписаны. Также подписывайтесь на мои другие социальные сети. ТикТок, Инстаграм, ВКонтакте. А я вас всех очень сильно люблю, целую, обожаю, обнимаю, и всем пока-пока!